Активисты Одинцовского отделения «Единой России» присоединились к патриотическим акциям, приуроченным ко дню государственного флага Российской Федерации. В ходе флешмоба «Флаг России» партийцы вместе с молодежью округа развернули большой российский флаг на центральной площадке ДСААФ. Мероприятия прошли в Чистцах, Одинцове и Захарове. А накануне единороссы привезли российские флаги волонтерам, чтобы те передали их в зону СВО.